Гэты прыгажун працуе ў гаспадарцы Крыўск прыкладна паўгода. Новенькага беларуса прадпрыемства трымала на абласных дажынках. У дакументах значыцца, гэта ўзнагарода будзе Кашалёўскаму району за добрыя вынікі на ўборачнай. В предоставленных документах указывается то, что по празднику дожинки 2017 выделялся данный трактор, значит, акт приема передачи данного трактора, где было указано, что получателем является СУП «Крыўск», а также товаро-транспортная накладная, где также было указано, что получателем данного трактора является СУП «Крыўск». А сегодня этот трактор, бадай, самая популярная машина в Украине. У СМИ он сгадывается не первый день. История, саправды, уникальная. Его былый водитель Галина Кажанова звольнилась из господарки и вырашила забрать трактор с собой. Уся справа у тем, что на дожинках миновита и она отрымала ключи от новой машины. У юридичной тонкости жаншина не удавалася. Коли сябровка сказала, машина твоя, тому можешь забрать ее куда хочешь, Галина Миколаевна пошла просить трактор. Его отдать, вядома, не могли. До справы подключилось одно выдание. И тут возникла эта не зусім приемная история, якую хутка растаржавали. Але, як даведаліся мы, жаншин трактористов у области усяго две, які менавіта по гэтай причине атрымали новые сельгасмашины. Дажинки гэты областные, гроши, на якія набыты тракторы, спонсорские. Не у месца и еще один конфликт, у вынику якого Галина Кажанова, как сама кажа, написала заяву на звольнение. Мы когда он сказал, что мы будем делать, я говорю, вы нас до работы не допускаете, значит, нам надо увольняться. Увольняйте. До работы Галину Миколаевну, дарэчы, не допустили за працоўнае парушэнне. Что цікава, абодва бакі у гэтай ситуации. Былы механізатар и директор прадпрыемства один про одного отзываются выключно станоўча. Я ничего не говорю, вот, что директор плохой, да, ему тяжело. Я не буду говорить, зачем мне людей как бы напрасно оскорблять. Могу характеризовать ее только с положительной стороны, что касается добросовестности труда, умения работать. Никаких претензий не могу сказать. Звольнение Галины Миколаевны больше подобно на конфликт авторитетов. В опытный дорослый механизатор и относно молодый директор предприемства, який недолго на посаде. Калі б не гэты трактор, об конфликте на ураці доведались об журналисты. А калі б не журналисты, баки, магчыма, уже б замирылися. В усяляким разе Галина Кажанова не настроена ваяўніша. Кажа, что у гэтых мясцінах хоть живи недолго, але ей тут подобается. И новой работы так само пакуль не шукаем. Настасья Кучинская, Валерий Гапанько, Телерадиокомпания «Гомель».